столько людей погибло. У нас в Москве это было тоже. Как говорится, я очень даже сожалею, что такое произошло. Но надо бороться с терроризмом. Не только одному, ни одной России, но и всем другим странам и континентам. Можно не прийти, когда мирные, ни в чем не видные люди, десятки тысяч погибло. Тут мы говорим не о политике. Политика пусть разбирается, правильно? А здесь также и мы можем попасть в эту ситуацию. There is a great determination on all of our part when we are through the grieving, and at the moment grief is our predominant emotion, to do everything we can, irrespective of our nationality, to make sure that nothing like this can happen again. That's going to be very difficult, but it is an attack on all civilized people. Mm-hmm.